можно я у вас тут стену просверлил, да? Снимаем крышку с какой-нибудь распределительной коробки, открываем щиток, но раз в год я бы, наверное, все-таки сделал. Здравствуйте, Минусяков Сергей Сергеевич, стаж работы 45 лет. Здравствуйте, меня зовут Назаров Константин Станиславович, я электрик, мастер ленремонта, общий трудовой стаж по электромонтажу составляет 8 лет. Здравствуйте, Герасимов Илья Викторович, общий стаж 37 лет. Те самые квартиросъемщики, особенно когда это, допустим, молодые студенты, они боятся, как из серии, что «можно я у вас тут стену просверлил?», да? Вот. Так и тут, они, когда ситуация нештатная у них случилась, и уже все спеклось, они попытаются своими силами или силами самого дешевого специалиста решить эту ситуацию, а вы даже не обратите внимания на то, что розетка-то стала другой, потому что вы не каждый день ее не видите и просто об этом забываете. Поэтому, ну, не сказать, наверное, что если у вас каждый месяц новые арендаторы, то каждый раз есть смысл специалиста приглашать. Но раз в год я бы, наверное, все-таки сделал такой шаг. Mm-hmm. А для того, кто покупает, ну, если вы квартиру берете без отделки, это однозначно, что вы должны проконсультироваться о том, во что это все выльется. А там, где отделка уже сделана до вас, и вы покупаете готовую квартиру под ключ, вы точно так же можете вызвать специалиста, которому не так много манипуляций придется сделать для того, чтобы понять качество этого монтажа. То есть мы снимаем крышку с какой-нибудь распределительной коробки, открываем щиток, и уже, в принципе, все достаточно понятно. Ну, или крышку с одной любой розетки сняли, уже понятно качество монтажа. Вы всегда можете обратиться в компанию «Ленремонт» по номеру 344-44-44 в наши мастерские. Вам везде смогут предоставить информацию, как правильно составить план работ, какого специалиста позвать, и вам порекомендуют все, что нужно сделать в вашем случае. Здравствуйте, друзья! Если вам понравилось это видео, у вас появились вопросы по данной тематике, вы можете задать их в комментариях, либо перейти по ссылочке прямо на наш сайт. С сайта мы смотрим внимательно наш сайт, и вам бесплатно вас проконсультируют на электронку, либо даже позвонят и вас проконсультируют, если вам так будет удобно. Приятного просмотра!